Тепло приходит в дома химчан. Власти сообщили о начале отопительного сезона. Тепло подадут в школы, детские сады и больницы, а также во все 1272 многоквартирных дома. Для этого к зиме подготовили около 40 котельных, расположенных в городском округе. Тепло будет подано сегодня уже на все дома, на все школы, сады, объекты здравоохранения, культура, спорт. Там, где у нас индивидуальные отопительные приборы, они тоже обязаны, согласно нашего постановления, сегодня включиться. Мы также всем разослали и вчера все включились. Но наладка системы отопления будет идти до 5 дней. То есть развоздушивание, еще какие-то мероприятия. До конца недели нормализуется данный вопрос, и тепло уже будет в каждой квартире, в каждом доме, в каждой батарее.